Хочу поделиться одним соображением. Ну, как бы не соображением, иду вспомнил, потому что могу потом забыть. Вот я подхожу к одному, видно, ручью. То я иду прямо по этому целик. Ну, как бы целик не такой, не очень, в принципе. Не по колено еще, ну, кое-где, может быть. Вот, снегу достаточно, снег такой сыроватый, не сухой. Здесь вот видим ручей. То есть внимательно смотришь, да? Видишь ручей. А он как бы еще и дальше вот там вот протекает. Дальше туда не пойду, мне не пройти, у меня не за коленники. А здесь, в принципе, можно где-то попробовать пройти. Вот видим ручейчики, да? А там вот видим, стоит баня. И вот перед баней вот дерево такое наклонившееся, вот оно. Вот. Перед этим деревом тут справа, с левой стороны есть мост. Да, наверное, там. Вот я его вижу. Вот. А есть мост через речку. Речка не широкая, но глубокая. Как-то вот там вот дом люди купили с Питера, значит, приехали. А мы там мимо этого дома постоянно ходили, он еще там не куплен, кем был. Мимо этого дома постоянно ходили, вот. А те люди, которые его купили, как бы, они вот здесь вот по этой, здесь была тропинка, здесь вот тропинка проходила, и прямо вот здесь вот она вот и проходила вот туда вот. И я вот как бы вот здесь вот ходил по мостику, по этому, по всему. Вот. Эти люди тут тоже как бы там ходили сюда. А, в лес, когда купили. Здесь вот ходили. Вот. И вот они как бы пока еще там не оборудовались. Написали записку на своем заборе, что у нас тут частная территория. Частные владения там, ну, типа такого. Вот, частные владения не писали, но частные территории написали. Как бы просьба, даже не просьба, а там такой вызов, как бы, что не ходить, значит, записки. Я уже толком не помню записку. Вот. И как бы меня это достаточно серьезно возмутило. А, вот, то, что как бы такая вот, как бы, ну, здесь нету такого вот в этой, как бы, деревне, хотя народу вообще практически тут нету. Вот, ну, нету такого. Ну, если огорожено, конечно же, никто не пойдет. Ну, тут не видно из-за снега домов. Вот, ну, никто не живет. Все брошено, кинуто. Вот, значит, как бы нету в традиции, в менталитете вот здесь вот по местности, если, как бы, ну, вот здесь вот конкретно. То есть, если ты мимо ходишь, участка чего-то, конечно же, ты не проходишь по огороду прямо. Если он не огорожен, то фактически, как бы, тут не считается, что территория это именно вот, вот конкретно это твоя земля. Все, ты ее купил, она твоя собственность. То есть, идет, как бы, ну, есть земля, ты пользуешься чисто для государства. Знаешь, как роспись в паспорте насчет того, что у тебя есть жена. Роспись в паспорте никак тебе не закрепляет, да, вот это вот в духовном мире ничего оно не делает. Оно просто фиксирует для земного государства. Но фактически, что держит тебя, что держит вас друг с другом, это не роспись в паспорте. Если тебя держит роспись в паспорте, ну, извини, я не буду выражаться, что кто ты есть. Вот. То есть роспись в паспорте никого не держит. Это даже знают люди, которые вообще с Богом ничего общего не имеют. Вот. Это и те, кто там... Ну ладно, не об этом. Не буду, а то сейчас растяну эту тему. О чем я вообще хотел сказать. Вот, значит. И, значит, я, так сказать, обиделся на этого человека. Огорчился, расстроился, что... Приехал сюда человек, ну хорошо, купил ты дом, блин, ну мимо я иду, ну позвал, поговори,
Скажи, что, слушай, ну вот я как бы здесь, когда вот у меня тут построено будет, я тут собираюсь строиться, ну как бы я вот закрою, как бы вот здесь вот не будет ворот у меня. Не мог бы ты себе найти как бы возможность обхода как-то, вот. Хотя до сих пор уже больше полгода прошло, даже, наверное, год, если не больше. Вот с момента той записки. До сих пор там у него ничего особенного не сделано. Вот. То есть человек реально приехал как бы повыделываться просто. Выделаться, показать, какой я герой, блин. Вот. А для чего он это сделал, не знаю. Может быть, поставил себя как-то выше людей, населяющих эту местность. Не знаю, в общем. Вот. И я как-то в молитве просто сказал, ну, раз так, раз ты там как бы запретил мне ходить, то ты здесь ходить туда не будешь. Закроется для тебя это тогда дорога. И вот, пожалуйста. То есть теперь никто ходить здесь не может. Здесь для того, чтобы теперь ходить, нужно просто, блин, здесь прокладывать мостки конкретные, долго. Ну, то есть, как бы, нереально без заколенников здесь проходить. Вот. То есть дорога закрыта. Это я о чем? Это я о том, что когда у тебя есть власть, и я не пытаюсь сейчас, не подумай, не пытаюсь сейчас похвалиться перед тобой, якобы, посмотри, какой я, блин, вот я сверх такой вот духовный, сверх такой вот властительный. Нет, вообще ни в коем случае не об этом. Я именно о том, что у нас есть власть. И у нас власти намного больше, чем у людей этого мира, даже если они наделены какой-то властью. Та власть, которая есть у нас, она выше той власти, которая есть в этом мире. Выше. Вот. Поэтому. Саночки у меня тут дорожку чищу. Вот, поэтому не переживай ни о чем. Не переживай ни о чем. Если кто-то встал против тебя, ты понимаешь, что человек поступает несправедливо. Я не предлагаю сейчас всех за подряд тут тебе начать кидаться словами, ничего не выйдет. Если действительно человек поступает несправедливо, и папа усматривает это, что этот человек действительно поступает несправедливо, нехорошо, плохо поступает, отвратительно поступает, то твое слово разрушит все его вообще дела, закроют ему двери, и просто-напросто он будет заперт до тех пор, пока не покается реально. Пока у него в сердце не придет покаяние, раскаяние, то, что ну, нельзя так поступать. Нельзя так поступать, нельзя вести себя так с людьми. Вот. На этом заканчиваю это видео. Времени у меня сегодня не очень много. Просто заодно решил. Всего хорошего. Надеюсь, это видео тебя сейчас порадовало видами зимы. Благословений, всего хорошего.